Добрий вечір, друзі. Програма «Вперед, Миколаїв». Вівторок, як завжди, ми з вами. У минулому випуску ми обіцяли вам, що будемо більш детально висвітлювати матчі муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». І робимо це. Тим більше, що на минулому тижні на наших хлопців очікувала двоматчева виїзна серія. Спочатку ми грали в Одесі з командою «Біпа», а потім нас очікував Южнінський «Хімік». Дивимось сюжети про ці поєдинки. Игрой в Южной Пальмире МБК «Николаев» начинал свою выездную двухматчевую серию. Принципиальное противостояние Николаева и Одессы всегда дарило зрителям незабываемые баскетбольные баталии. И этот матч не стал исключением. В первой четверти баскетболисты «Бипы» захватили инициативу, и николаевцам приходилось постоянно быть в роли догоняющих. Иванов, Кушниров, Тонченко и Швец справлялись с этой задачей и не давали хозяевам уйти в отрыв. Но все же в концовке первой четверти одесситы забросили больше. И на первую паузу команды ушли при счете 23-19 в пользу хозяев. В начале второй четверти «Бипа» вновь играет первым номером и немного увеличивает отрыв. Усилиями Аникеенко, Ануфриева и Мусиенко Николаеву удалось сравнять счет 29-29. Благодаря трехочковым все того же Мусиенко наши ненадолго вышли вперед. Но Одесса не только догнала, но и вновь здорово провела концовку четверти. На большой перерыв команды ушли при счете 42-37 в пользу «Бипы». А вот после перерыва у «Корабелов» пошли дальние броски. Мусиенко, Ануфриев и Тонченко попадают из-за дуги. А два очка от Аникеенко позволяют нашей команде даже выйти вперед 53-52. Но ненадолго. Одесситы здорово попадали со средней и использовали быстрые проходы. А вот в концовке третьей четверти впервые в матче лучше удалось сыграть подопечным Сергея Кирлана. 58-61 в пользу Николаева, и все решалось в четвертом игровом отрезке. В первые минуты заключительного периода ни одной из команд не удавалось забить. А вот затем одесситы сделали рывок 9-0, и «Корабелы» вновь оказались в роли догоняющих. Вселил уверенность команде капитан Алексей Ануфриев, точно бросив из-за дуги. Здорово играет Кушниров, и мы догоняем одесситов. Затем по очереди то одна, то другая команда выходили вперед. За 10 секунд до истечения основного времени бывший игрок МБК Жуковский выводит свою нынешнюю команду вперед. Но великолепную комбинацию разыграл Тонченко. Сбросив мяч на Кушнирова, Александру просто нужно было не промахнуться, что он и сделал. В последней атаке был шанс у Артемонова, но Клим не попал. А значит, Николаев добывает яркую и очень важную победу со счетом 76-75. После игры в Одессе нас ждал нынешний лидер украинского баскетбола Южнинский «Химик». В последние годы Николаеву не удавалось достойно противостоять южнинской команде на ее площадке, но в этом поединке все же удалось дать бой. В первой четверти была абсолютно равная борьба, и стартовый отрезок завершился с минимальным преимуществом хозяев 19-17. А вот вторую четверть Николаев выдал просто блестящую. Как ни старался легионер «Химика» Смит, на большой перерыв «Корабелы» ушли с неплохим преимуществом. Отметим классную игру в этом отрезке Ануфриева, Иванова, Швеца и Мусиенко. Также здорово сыграли Аникеенко, Горбатюк и Кушниров. 34-42 в пользу Николаева команды уходят на большой перерыв. Но класс «Химика» на данном этапе немного выше, что и сказалось во второй половине. Южницы не только быстро нивелировали отставание, но и вышли вперед, сделав мощный рывок. Наши попытались догнать хозяев, и это им почти удалось. Тренер «Химика», прочувствовав этот эпизод, взял тайм-аут, после которого, справедливости ради, скажем, что хозяева уже полностью контролировали ход поединка и довели его до победы 84-69. Несмотря на это, болельщики, приехавшие из Николаева, на этот матч поблагодарили ребят за характер, и действительно, на старте чемпионата наша команда смотрится неплохо. Мы проиграли щит и не попали в свои броски немного там. Ну и со Смитом немножко не справились, он там нам забил. Первую половину сыграли хорошо, а во второй так чуть не разобрали в защите, и за счет этого «Химик» сделал рывок и переломил ход встречи. Настраивались на победу? Всегда настраиваемся. Посмотрим на положение МБК в турнирной таблице после четырех стартовых туров. «Химик» первый, команда идет без поражений, за ним «Днепр» и «Запорожье». Сразу у нескольких команд равное количество очков. С 4 по 7 места расположились «Будивельник», «Черкасские мавпы», «Кривбас» и «Николаев». В аутсайдерах пока «Волынь Баскет» и «Харьковский Политехник». Що ж, дуже непоганий результат нашої команди на початку чемпіонату. Але найбільше нас радує змістовна і хороша гра муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Сподіваємося, так буде і надалі, і переходимо до футболу.
9 жовтня на головну футбольну команду нашого міста очікував поєдинок у Чернівцях з місцевою Буковиною. Выездной поединок против Буковины наша команда начала в таком составе. Чумак в воротах, в обороне Кошелюк, Сартина, Павлов и впервые в сезоне со стартовых минут в центре защиты играл Любчак. Момот и Сафонов в опорной зоне, атакующие полузащитники Ковалев, Рогозинский, Берко в нападении Лакуста. После двух безголевых ничьих болельщики ожидали от нашей команды как минимум забитых мячей. И Корабелы с первых минут начали активно. Казалось, что хозяева в этом поединке именно подопечные Руслана Забранского. Первый момент наша команда создала на 11-й минуте. Рогозинский отдал на фланг на Сартину, Дмитрий навесил, и Терехов в борьбе с Лакустой пробил по своим воротам, Филипенко спас свою команду. Через 3 минуты защитник Буковины небрежно отпасовал мяч своему вратарю. Совсем чуть-чуть не хватило Лакусте, чтобы воспользоваться этой ошибкой. На 21-й минуте угловой для Николаева. Подача, и все тот же Лакуста бил головой, но не попал в створ. И вот только после этого первый момент у Буковины. Сивка, получив мяч неподалеку от нашей штрафной, классно пробил, круглый просвистел рядом со штангой. Тут же еще момент у Николаева. Ковалев с углового закручивал мяч в ближний угол, Филипенко в последний момент справился с хитрым ударом Андрея. Затем на поле было небольшое затишье, а на 32-й минуте Корабелы получили идеальный шанс для того, чтобы открыть счет в этом поединке. Лакуста выцарапал мяч в центре поля и отдал на Сафонова. Тот сместился на фланг и выкатил мяч в штрафную на набегающего Ковалева. Андрей был первым на мяче, и ничего не оставалось делать Носареву, как сбивать нашего плеймейкера. Пенальти. У мяча Виктор Берко. Удар. И Филипенко в прыжке отбивает. Вроде бы и неплохо пробивал Берко, но Филипенко в этом эпизоде, как впрочем и во всем матче, сыграл блестяще. До перерыва острых моментов у Николаева больше не было, а Буковина вообще редко доходила до нашей штрафной. Команды ушли на перерыв при счете 0-0, и несмотря на незабитый пенальти, игра нашей команды внушала оптимизм. И тем непонятней стала для болельщиков игра Корабелов во втором тайме. Команду словно подменили. Буквально первый же момент Буковины во второй половине мог привести к голу. Бугай оказался в нашей штрафной, развернулся и пробил. Над перекладиной. Тимирівський отдает точную передачу на Сивку. Сивка, обыграв защитников, из пределов штрафной площадки целил в дальнюю девятку. Чумак выручил. А на 62-й минуте ошибка нашей обороны привела к тому, что Немтинов убежал на свидание с Романом Чумаком и воспользовался этим шансом сполна. Чумак хоть и коснулся мяча, но спасти команду не смог. 1-0. Николаев пошел отыгрываться, но на 68-й минуте все планы нарушило удаление Дмитрия Сартины. Нападающий Буковины грубо сыграл против Любчака, а Дмитрий пошел выяснять с ним отношения. На наш взгляд, ничего сверхъестественного не произошло, но у арбитра было другое мнение. Красная карточка, которая оставляет очень много вопросов. Несмотря на меньшинство, у нашей команды все же были шансы, чтобы отыграться. Но перед этим еще раз выручил Чумак. После серии заблокированных ударов по нашим воротам точно в створ удалось пробить Терехову. Чумак в прыжке отбил этот удар. И те самые моменты у Николаева. Оба у Валерия Рогозинского. Сначала Лакуста, выиграв второй этаж, сбросил мяч на Валерия. Тот вошел в штрафную и в борьбе с защитником упал. Арбитр второй пенальти в ворота хозяев не поставил. А затем наш 78-й номер после навеса с фланга пробивал головой. Но его удар с близкого расстояния был прямо в руки вратарю. То, что сегодня не день МФК Николаев, стало понятно после второго пропущенного мяча. Не зря Сергей Любчак так спорил с арбитром, указывая ему на то, что мяч вышел от игрока Буковины. Арбитр в очередной раз принял достаточно спорное решение и назначил угловой. Подача. Дмитрий Кошелюк срезает мяч в ближний угол наших ворот. Невероятное невезение и 2-0. С таким счетом команды и закончили этот поединок. Два абсолютно разных тайма, нереализованный пенальти, элементарный нефарт. В общем, еще раз повторим. На наш взгляд, это просто был не день МФК Николаев. Переглянемо усі результати туру та турнірну таблицю. We'll be right back.
Отже, 13 жовтня на муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» очікує гра перенесеного туру з «Нафтовиком» з Охтирки. 13 жовтня на центральному міському стадіоні о 18:30 ми сподіваємось, ви прийдете і підтримуєте команду. Вперед, Миколаїв!